Реконструкция областной детской поликлиники на финишной прямой. Сейчас выполнено уже 92% работ. Полностью завершить объект строители планируют до конца года. В реконструированной поликлинике 4 этажа. На первых трех обустроены кабинеты для приема и современное оборудование. Ежесуточно здесь будут помогать почти 800 маленьким пациентам. На последнем, четвертом этаже есть все для того, чтобы спасать новорожденных. Ежесуточно здесь будут выхаживать 16 детей. Общая площадь здания около 8000 квадратных метров. Выполнено 100% по фасадной части, выполнено на 90% полностью благоустройство, запущена система отопления, запущена система вентиляции. Вентиляция как приточная, так и вытяжная, также сама и отопление, воздушное отопление. Сейчас занимаемся пусконаладкой лифтов. Над одним из четырех лифтов работает строитель Иван Щербина. Я устанавливаю кабину, доставляю двери, налаживаю. Ну, как бы готовится все это дело к запуску. Полностью завершить реконструкцию областной детской поликлиники планируют уже в конце этого года.